В Мариуполе уже начали готовиться к пляжному сезону. Водолазы очищают акваторию в прибрежной зоне от мусора и опасных предметов. На катерах спасатели тралят дно на расстоянии 500 метров от берега. Только за неделю выловили почти 5 кубов отходов. Очень много бутылок стеклянных, металлических банок, каких-то металлических предметов, которые могут травмировать наших горожан, которые купаются и плавают. Все это удаляется, собирается в мешки и отводится на полигон ТБО.